Третий международный конкурс «Золотой саксофон» объединил талантливых саксофонистов из 10 стран мира. В стенах Национальной музыкальной академии имени Чайковского молодые исполнители демонстрировали свои таланты. Победители конкурса будут иметь возможность выступить на сцене Большого зала Киевской консерватории Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского в сопровождении струнного оркестра. А также победители сыграют 15 ноября на дне рождения бельгийского короля в Национальной музыкальной филармонии Украины. В жюри собрались мировые звезды саксофонного искусства. Это сильнейшая коллегия за трехлетнюю историю конкурса. Music making very impressive in Ukraine. We have heard kind of a lot of Ukraine saxophone players, very strong ones. Дуже прекрасний рівень, прекрасні виконавці, гарно підготовлені. Це дійсно розвиток нашого інструменту саксофон та селекція в цілому. I'm Alberto and I come from Italy, but I studied in France with Jean-Yves Fourmont. I'm 21 years old. And actually is my first international competition. Творческое состязание в Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского завершилось праздничным гала-концертом на сцене Большого зала консерватории с участием членов жюри, почетных гостей и победителей конкурса. Конкурс традиционно прошел при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова. Хочу поблагодарить народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова за ту помощь. Уже не первый год он нас поддерживает. И благодаря ему молодые талантливые саксофонисты сегодня встретятся на сцене Национальной музыкальной академии Украины имени Чайковского. Спасибо. Je suis toujours très heureux de me retrouver en Ukraine, et c'est la quatrième fois. Et par rapport à il y a quatre ans, je trouve que le saxophone est en train de faire de grands progrès, et aussi l'organisation du concours. Et en tant qu'habitant de la ville de Dinan, la ville natale d'Adolf Sax, je suis incroyablement impressionné par tout ce qui se passe ici en Ukraine autour du saxophone. Уровень с каждым годом растет. Профессора на месте работают активно. Очень горжусь за развитие украинского саксофона, который уже представляет серьезно себя на международных площадках. Їде сюди за результатом, за тим не може, не тому, що там хоче виграти бузького саксофон. Багато з них їде і вперше приймає участь для того, щоб повчитися, для того, щоб побачити цих видатних людей в комісії, для того, щоб послухати сьогоднішній концерт і послухати, звичайно, переможців цього класного конкурсу. Not just the senior division, but also from the young players. They are very talented. So I really hope that this competition can continue and build up to be a bigger one even. Современными авторами Питом Сверцем из Бельгии и Романом Занте из Франции были созданы специальные конкурсные произведения для исполнения средней и старшей возрастных категорий. Et j'étais vraiment impressionné, notamment par le vainqueur, par son interprétation de ma pièce. Затем в рамках празднования дня рождения короля Бельгии победители и члены жюри конкурса приняли участие в праздничном концерте, который прошел в Национальной филармонии Украины. Наталья Апара, Дмитрий Кожемяка, Киев, телеканал «Репортер».